Праздник спорта для жителей и гостей Ульяновска устроила областная федерация бокса. Международный день бокса региональная федерация пригласила именитых боксеров на мастер-класс, а также подарила подарки зрителям и участникам. Мы уже третий год отмечаем день рождения бокса, 22 июля. Этот праздник проходит на всех площадках Российской Федерации, и на международных тоже. Это как на Красной площади. И здесь такое мероприятие будем тоже проводить в Федерации бокса в Ульяновской области. На летней экспланаде ТРЦ «Аквамолл» собралось больше сотни человек, чтобы увидеть своих кумиров, чемпионов мира по боксу разных лет. Именитые спортсмены, среди которых бронзовый призер Олимпийских игр 96 года Алексей Лезин, чемпионка Европы 18 и серебряный призер Европейских игр 19 года Светлана Сулуянова, провели мастер-класс для ульяновцев. Показали не только технику боя начинающим спортсменам, но и рассказали о боксе как виде спорта. Он зарождался в Англии, это из трущоб, из гетто. Люди через спорт, через бокс становились знаменитыми, богатыми, успешными. Для многих это шаг большой в жизни. Но тем не менее, сейчас занимаются много и людей более-менее состоятельных. Более 1500 спортсменов сегодня являются воспитанниками региональной федерации бокса. Боксеры неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских турниров. Павла Захарова в этот вид спорта привел отец 8 лет назад. Сегодня молодой человек мечтает поучаствовать в Олимпийских играх, а после завершения карьеры тренировать малышей. Я добился разряда кандидата в мастера спорта. Участвовал на первенстве Приволжского федерального округа 3 раза. 2 раза занимал 2-е место. Конечно, больше всего хочется выступить на Олимпийских играх, так как это вершина практически совершенства. Сегодня боксу в Ульяновске уделяется особое внимание. Только в 2019 году в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» областной школе Олимпийского резерва по боксу имени Липатова выделено более 5 миллионов рублей на приобретение нового спортивного инвентаря и современного оборудования. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.